Вот соседи уже как сделали. Взяли, прорыли канаву, чтобы вода протекала, не портила дорогу. Вот притянули такие домики, бытовочки. И вот уже парники стоят. Ну вот так, покуда выглядит наиболее облагороженная часть под застройку. Лес красивый. Вот такая туча прошла. Вымокли, конечно. Видите, как птицы поют. А если туда вниз спускаться, там как бы небольшой такой водоемчик. Мини-озерцо. Ну вот как живет белорусская глубинка. Это север. На север от Минска, километров 35-40. Беларусь. Спасибо, что смотрите. Оставайтесь на канале. Если кому интересно, смотрите, ставьте лайки. Ну а кому не интересно, ставьте дизлайки. Отписывайтесь. Ну это я шучу. Всего хорошего. До свидания.